Приветствую вас, Александра. Смотрите, как обстоят дела. Если вы сейчас ждете, что молодой человек вам позвонит, да, то вряд ли. Вот давайте так на чистоту скажем. Да, на чистоту. Вряд ли вы сможете вот, перестать его ждать. Вот. Это совершенно очевидно, но очевидная история. То есть вот именно перестать ждать вас, ну, скорее всего, не получится. Вот. Перестать ждать, потому что вы уже ждете. Понимаете, какая штука? Вот. Дальше. Значит, вопрос заключается в том, по какой причине вы хотите, чтобы молодой человек вам позвонил. То есть вот чего вы ждете? Ну, что конкретно? Что конкретно вы ждете? Да? Вот. Это очень такой важный достаточно момент. Что вам нужно, чего вы хотите, в чем вы нуждаетесь. Вот. И, соответственно, как вы видите свою потребность, да, как вы видите свои желания здесь. Вот, и так далее, потому что, ну, совершенно очевидно, что вы слишком вот, ну, слишком заинтересованы. Вот. В том, чтобы человек ну, был с вами, да? Вот. То есть мне кажется, что здесь вы не очень хорошо отдаете себе отчет именно в том, что вам нужно. Дальше. Вы не сможете
себя не мучить, если вы уже это делаете. Вот. То есть вы не сможете ну, объективно. Вот. Вы не сможете перестать себя мучить. Это важно, ну, это важно понимать. Вот. Так что тут вы немножко заблуждаетесь. Вот. Относительно того, что вы можете в этой, ну, в этой ситуации сделать. Поэтому просто я просто хочу, чтобы вы, ну, достаточно реалистично смотрели на вещи. Вот. Понимаете, какая штука. И если вы сейчас, значит, ну, если вы сейчас мучаетесь, то нужно понять, что просто так это не пройдет. Что просто так мучиться вы ну, не перестанете. Вот. К сожалению. Вот. Это нужно понимать. Потому что вы мучаетесь, ну, в общем, во многом именно благодаря своим своему отношению к этой вот ситуации. Вот. К тому, что происходит. Во многом. Именно благодаря этому. Конечно, есть причины. Есть причины. Безусловно. Есть и могут быть другие причины, по которым вы себя так вот, значит, чувствуется. Но, тем не менее. Очень важно все-таки понять, что вы, ну, что вы не сможете просто хотите перестать мучиться. Если вас что-то мучает, то с этим нужно, значит, разобраться. Вот. И посмотреть на то, как будут обстоять дела с вами. Вот, ну, то есть, как вы будете себя чувствовать, как вы будете себя ощущать, разобраться с этим. А сейчас вы такое впечатление, что
пытаетесь избежать от реальности, да, пытаетесь избежать от нее. Вот, мне не кажется, что это хорошая идея. Представьте, это вот как-то задело сильно эта ситуация, она вас задела чем-то. Вот. Я думаю, что что можно и нужно поисследовать то, чем вас эта ситуация, в принципе, могла задеть. Вот. Именно поисследовать. И посмотреть, что с этим можно, в принципе, сделать. Ну, дальше я имею в виду. Вот. Тогда вам будет проще. То есть, еще раз хочу, чтобы вы понимали. Да, еще раз хочу, чтобы вы поняли одну вещь, что вы не сможете просто так избавиться от того, что вас мучает. А если вас это мучает, значит, есть конфликт, некий внутренний конфликт, с которым вам нужно разобраться. Само по себе это не пройдет, к сожалению. Вот такая примерная история. Это то, что я могу сказать вам. Но, ну, это то, что я могу вам ответить. На данный момент, по крайней мере. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.